Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники. Чтобы получить красивую дачу, богатый урожай, сейчас нам с вами нужно достаточно много работать. Наступает практически каторжное время. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться, так, чтобы памятник заслужить. Кстати, если говорить о памятнике всем дачникам, я бы его сделала на фоне теплицы. Почему? Ну, потому что в наших сибирских условиях без теплицы получить достойный урожай практически невозможно. Спонсор рубрики – завод поликарбоната «Сотекс». Представляет инновационный поликарбонат «Сотекс Био». Больше тепла, лучше урожай. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, сегодня мы продолжаем с вами выбирать лучшую теплицу. О том, каким должен быть фундамент, мы уже поговорили. На что обратить внимание при монтаже каркаса, тоже остановились. Но одна из главных составляющих отличной теплицы – это сотовый поликарбонат. О том, каким должен быть сотовый поликарбонат, мы сегодня поговорим с нашим экспертом Михаилом Нечаевым. Вы знаете, я сегодня с удивлением открылась для себя мир сотового поликарбоната. Оказывается, он бывает разным. Да, Татьяна Васильевна, что мы вообще знаем про поликарбонат? Во-первых, он очень хорошо пропускает свет, потому что у него практически кристальная прозрачность. Соты его заполнены воздухом, а это значит, что тепло он тоже сохраняет. Материал прочный, но при этом не хрупкий, эластичный. Он гнется, но не ломается. А это безопасность. Это прежде всего очень важно, допустим, если на участке есть дети, потому что они не порежутся, как это может быть со стеклом. При всем при этом материал относительно недорогой. И он достаточно прост в монтаже. Любой хозяин, если у него есть отвертка, линейка, нож, желание. И главное, руки растут. Правильно, и главное, руки, он легко с ним справится, с этим материалом, и сам сделает то, что ему нужно. Поэтому материал так востребован сейчас в строительстве. Но наши садоводы и огородники в основном используют сотовый поликарбонат для обустройства теплиц и парников. Да, в основном материал используется для обустройства теплиц, парников, навесов. Но также материал толщиной более 8 мм мы часто используем при строительстве каких-то крупных светопрозрачных конструкций. Там, где требуется, чтобы конструкция была прочной, теплой, но при этом прозрачной. Мы привыкли к использованию вот такого прозрачного сотового поликарбоната, но оказывается, он бывает разных цветов, и все необыкновенно хороши. Где их разумнее использовать? Татьяна Васильевна, ну, на мой взгляд, поликарбонат – это не просто строительный материал. Это материал, который может создавать настроение. В том числе за счет того цвета, который он имеет, и того, как преломляются лучи, проходя через него. И выпускается он в различных цветах, и все это создает определенную визуальную привлекательность. Ну, например? Например, мы решили обустроить навес для нашего бассейна. Самый лучший вариант выбрать поликарбонат – бирюзовый или синий. Во-первых, это создаст видимость чистоты, прозрачности, свежести, наконец. Во-вторых, в воде это придаст определенный морской яркий бирюзовый оттенок. Это тоже важно. Я думаю, что плавать в таком бассейне, ну, сплошное наслаждение. Да. А вот коричневые и бронзовые тона, они отлично подходят для обустройства террас и беседок. Потому что это сочетается и с кирпичом, и с деревом. И также это защищает от солнца, поэтому будет очень тепло и уютно в данном помещении. Причем в любое время дня. Совершенно верно. Что касается ярких тонов, желтый, оранжевый, красный, они позволяют создать яркие, веселые и при этом светлые детские площадки. Вы знаете, мне к вам следующий вопрос. Вот этот сотовый поликарбонат прозрачный, а вот этот мне показался молочный. Он вообще пропускает свет? Да, пропускает. Это самый лучший вариант для строительства санузлов, либо летних душевых кабин. Потому что, с одной стороны, он закрывает все то, что спрятано внутри, с другой стороны, позволяет помещению оставаться освещенным. Сегодня вы для меня открыли удивительный и очень красивый мир сотового поликарбоната. Скажите, пожалуйста, вот мне так и хочется заказать тепличку красненькую или оранжевую. Это правильно? Вопрос непростой. С одной стороны, сине-фиолетовые оттенки увеличивают интенсивность фотосинтеза, а значит, овощи будут расти быстрее. Но с другой стороны, цветной поликарбонат
пропускает света примерно в половину меньше, чем его прозрачный аналог. А это значит, что все, что находится в теплице, света получит в два раза меньше. Поэтому я уверен, что для теплицы парников правильнее использовать и дешевле обычный прозрачный поликарбонат со специальным биопокрытием, который позволит овощам чувствовать себя комфортнее и расти быстрее. Спасибо за консультацию. Скажите, пожалуйста, а толщина поликарбоната каким-то образом воздействует на жизнь растений в теплице? Толщина поликарбоната зависит от области его применения. Для теплицы парников мы обычно используем поликарбонат толщиной от 3 до 5 мм. Вообще правило такое, чем больше нагрузка, тем толще нужен поликарбонат. И в бытовых целях редко используются листы толще 10 мм. Другое дело, когда мы говорим о строительстве, где нужна высокая конструкционная жесткость, когда большая снеговая или ветровая нагрузка, особенно если это над большими пролетами, тогда мы используем поликарбонат толщиной до 32 мм. Нынешнее лето очень жаркое, очень солнечное. Нередко хочется спрятаться под навес. Каким он должен быть? Для чего нужен навес? Чтобы защитить от солнца, от снега, от дождя, чтобы на машину не падали шишки, иголки, тополиные почки. И все мы стремимся при этом к комфорту и уюту. Поэтому прозрачный поликарбонат вряд ли подойдет. Он не спрячет нас от жары. А какой-то яркий, раздражающий оттенок, оранжевый или желтый, или, может быть, красный, тоже будет не кстати. Поэтому я бы выбрал какую-то нейтральную палитру. Может быть, бронзовая, молочная, зеленая, синяя. Эти оттенки не сделают это строение слишком темным и при этом создадут комфортную, прохладную атмосферу. Спасибо большое. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, сегодня мы достаточно подробно поговорили о сотовом поликарбонате, но это еще не все. Продолжение следует. Завод поликарбоната «Сотекс» представляет новинку «Сотекс Био» и предлагает широкий выбор поликарбоната по доступным ценам при отличном качестве. Больше тепла – лучше урожай. Адрес: улица Трактовая, 18Б/А, улица Рабочая, 2А/4, бизнес-центр «Премьер Офис», 509А, телефон 768-00. Поликарбонат «Сотекс Био» – больше тепла – лучше урожай. Я думаю, что каждому из вас сейчас на память легко придут разнообразные монументы деятелям искусства, культуры, науки, заслуженным людям, шахтерам, металлургам. Всего просто не перечесть. А памятник дачнице, на мой взгляд, можно ваять со Светланой Бекаревой. Умна, красива, современна. А кроме того, она не перестает удивлять. Похоже, к майским будет собирать свои огурцы. У меня в этом году лето получилось круглый год. И вот сегодня на дворе начало апреля, и моя гордость, моя зимняя теплица принесла мне свои плоды. Во-первых, хочу похвастаться, у меня уже есть огурчики. Они, конечно, маленькие, но к майским праздникам я думаю, что я устрою праздник первого огурца. Во-вторых, мое любимое растение бакопа, сейчас она такая, и уже через месяц это будет вот такой большой шар, благодаря тому, что растет она с января месяца здесь. Вся эта теплица для меня один большой эксперимент. Я попробовала с октября месяца запустить зимний вариант теплицы. Инфракрасный обогрев, обогрев пола. Я не совсем понимала, что можно, что нельзя, но сразу поняла, что цветы из зимнего сада, петунью, какие-то другие, можно сюда занести и посмотреть, как они будут здесь зимовать. Хватит ли им здесь температуры, не замерзнет ли вообще грядка. Грядки, на мою радость, не замерзли. Всю зиму у нас был свой лук, укроп, петрушка. Ну, правда, не стала расти редиска. Потом мне уже рассказали знатоки, что когда есть теплый пол на грядках, редиска расти ни за что не будет. То есть она не будет давать плод, будет только зелень. Ну, я это поняла опытным путем. Лук, укроп, петрушку я посадила где-то в октябре. К новогоднему столу вся зелень была своя, но ничто не сравнимо еще и с той атмосферой, когда через сугробы, в новогодние каникулы протискиваешься в свою теплицу, а здесь кусочек лета, летний запах, совершенно другая аура. В общем, это замечательно.
Так как зимний вариант теплицы – это был мой большой эксперимент за прошедший год, я могу смело всем утверждать, что на своем опыте теплица в наших зимних условиях, даже минус 45, двойной слой поликарбоната, теплый пол и некоторые инфракрасные обогреватели дают нам возможность круглый год поддерживать температуру и иметь и зелень, и цветы, и вот, как видите, уже даже и огурцы к майскому столу. Так как у меня большой сад, и мне всегда очень много нужно именно одинаковых цветов, именно в тех композициях, в которых я их задумываю от раза к разу, я пришла к тому, что рассаду все-таки лучше, интереснее и выгоднее, если хотите, выращивать самой. Очень много у меня цветочной рассады, и в зимней теплице, ну вот, поле для творчество, поле для деятельности просто необозримое, потому что какие-то цветы, например, эустому в декабре нужно высаживать, какие-то в январе, какие-то в феврале. И вот так волнообразно, совершенно не напряжно вот для себя. То есть это не выглядит так, что за неделю прям вся рассада, потом за неделю вся пикировка. То есть это происходит как-то постепенно, то январь, то февраль, то март, вот сейчас уже апрель. И вы знаете, я даже сама иногда смотрю на это и не верю, что такое количество возможно осилить одному. Всевозможные эксперименты позволяют выполнять именно зимний вариант теплицы. Я так рада, что она у меня есть. Красивые, стройные ряды великолепных коробочек с рассадой. Конечно, это цветы, которые высажены в марте. Но амарант, вербена, петунья, которая уже цветет, что-то еще. Вот, кстати сказать, моя любимая цветная капуста декоративная. Это, конечно, гораздо раньше сделано. Посмотрите, какие великолепные уже лаванды, петуньи. В общем, этот уголок, мой рабочий уголок, я просто обожаю, потому что всегда можно сделать для себя, под свою логику, под свою руку какие-то предметы, какие-то вещи, которые помогают тебе работать, творить. Для меня это, можно сказать, второй офис. Для садовода, для пикировки, для сеяния, там, я не знаю, для каких-то вещей еще очень важно рабочее место, чтобы оно было удобное, потому что, ну, мы, садоводы, знаем, как это трудно бывает, там, без конца в наклонку, без конца как-то что-то несподручно. Мое рабочее место я сделала сама, для себя. Мне здесь все подручно, я работаю с удовольствием. И очень здорово, когда все организовано, и все организовано так, чтобы как можно меньше уставать от этой работы, как можно больше получать удовольствие. На сегодняшний день я убедилась сама и показываю вам, мои друзья, то, что зимняя теплица в наших условиях вполне возможна. Творите, пробуйте, у вас все получится. Я из собственного опыта вам это обещаю. Сеть магазинов «Удачный сад» рекомендует разработку наших ученых для Сибири. «Надежда» – органоминеральное удобрение для овощей, цветов и ягодников. В ней есть все для развития и роста растений. Кроме того, активизирует почвенную микрофлору. Идеально для органического земледелия. «Надежда» – наш дачный компас. Сегодня мы с вами фантазируем по поводу памятника всем дачникам России. Как вы считаете, кто это должен быть? Мужчина или женщина? Кажется, все-таки прекрасная половина человечества. Потому что наши защитники – это что? Это охота и рыбалка. А дамы – сад, цветы и грядки. Конечно, в руки ей стоило бы дать роскошную корзину с овощами и цветами. Но это, согласитесь, как-то банально. Может быть, лопату, грабли или секата. Кстати, последний предмет как никогда сейчас актуален в саду. Спонсор рубрики ООО «Ортон». Уважаемые дачники, садоводы и огородники, наступает пора, на мой взгляд, весенних обрезок. Сегодня мы в саду у Татьяны Васильевны Еремеевой и спросим у специалиста и эксперта, как это правильно делать. Я права, что сейчас самое время осмотреть свои плодовые деревья? Да, конечно. До начала распускания почек
мы должны привести в порядок все плодовые и готовящиеся к плодоношению деревья, помочь дереву сформировать крепкий остов, чтобы в дальнейшем не было разломов при обильном плодоношении, и посмотреть, все ли веточки растут правильно, а может быть, какую-то сломала сорока. То есть мы должны подновить срезы, убрать ненужные веточки. А мы давайте вместе уточним, какие веточки могут быть ненужными, которые стоит убрать сейчас, пока они не очень большие. По логике вещей, те веточки, которые идут на перерез с другими, явно будут мешать. Вот эта веточка явно идет... Вот она соприкасается. Да, на перерез. И мы ее вырезаем. Так, далее... Смотрим, какой угол между вот этими ветками. Здесь как раз спорная ситуация. Угол как раз 45 градусов. Более 45 градусов – это обычный хороший угол. Но здесь, я думаю, что мы резать не будем, потому что эти ветки нам нужны. Просто будем в дальнейшем наблюдать за ними, чтобы разлома не было. А вот когда явно острый угол, то тогда ветвь, отходящую под острым углом, мы непременно удалить должны. Татьяна Васильевна, а вот если идет какой-то разлом в коре ствола, бывает, что мышцы поели, бывает, что еще какие-то повреждения, здесь как поступать правильно? Тогда мы берем острый садовый нож и зачищаем хорошо рану. Буквально до живого места. Чтобы... Нет, если кора объедена, значит, мы смотрим, на какую долю окружности она объедена. И в соответствии с этим мы прикидываем, какую такую же часть кроны мы должны удалить. А если у нас задета древесина, значит, мы зачищаем ножом, чтобы не было лохмотьев древесины. И делаем рану абсолютно гладенько, чтобы в ней не задерживалась влага в будущем. И обязательно замазываем хорошим варом. А мы сегодня приехали к вам в гости со своим садовым бальзамом. Это современная разработка ученых, которая недавно появилась на нашем рынке. Это садовый бальзам, который называется «Живица». Наверное, в аптечке у каждого из вас есть либо мазь, либо лосьон, либо другой какой-то препарат, в состав которого входит живица. И мы все знаем, что в живице буквально живительная сила. В ней есть антибактериальное, противовоспалительное и заживляющее свойство. Вот такая прекрасная разработка ученых, наверное, должна быть у каждого из нас. Во всяком случае, у каждого человека, у которого есть сад. Татьяна Васильевна, по-моему, вот эта ветка больная, ее надо убрать? Да, конечно. И убрать надо правильно. Это как? Оставить буквально миллиметр на затягивание ранки. Ну что, тщательно давайте использовать нашу новиночку. Жидкий. Сильно много. Жидкий, хороший. В любую погоду можно будет пользоваться. Вот так вот. Вы знаете, я считаю, что вот тщательно замазывая особенно края наших срезов, мы защищаем дерево от возможных потенциальных болезней. Каждую надо замазать. Да, конечно, чем более тщательно мы о дереве позаботимся, тем здоровее оно будет. Татьяна Васильевна, большое спасибо за вашу консультацию. Я надеюсь, что в течение лета, весны, мы еще не раз побываем в вашем саду и воспользуемся вашим опытом. Садовый бальзам «Живица» можно использовать круглый год. Любая рана на кустарнике или дереве с живицей мгновенно заживает. Его уникальные свойства помогут сохранить сад здоровым и красивым. Покупайте бальзам «Живица» в садовых центрах и специализированных магазинах нашего города. Я очень надеюсь, что каждый из вас хотя бы на минуточку задумался, а какой бы я предложил памятник дачнику? Конечно, хорошо бы смотрелась красавица в легком платье, где-нибудь среди клумб, роскошных цветов на дачной полянке. Но это фантазии, а вопрос вполне реальный. Кстати, вы обработали свои площадки от клещей. Пора! Спонсор рубрики «Сеть удачных магазинов».
Добрый день, уважаемые телезрители! Уже скоро начинается горячая пора. И мы, наши дети, наши друзья выезжаем на дачу, начинаем много-много работ. Действительно, много надо успеть. Но в это время очень важно помнить о безопасности. Ведь с пробуждением природы просыпается наша земля, просыпаются почки, но и просыпаются опасные вредители. Я сейчас вам буду говорить об опасных насекомых. Это иксодовые клещи. Чем же опасен этот клещ? Ну, здесь-то мы все знаем, что это переносчики опасных инфекций. Это клещевой энцефалит, это клещевой боррелиоз. Если в европейской зоне пораженных вот этими инфекциями клещей всего от 2 до 5%, то у нас в Сибири этот процент очень высокий. Это 20%. Поэтому меры безопасности мы должны предпринимать. И с этим нельзя тянуть. Пик активности дойдет в мае, когда наши дети, наши внуки, друзья, мы приедем отдыхать, и там нас будет подстерегать опасность. Нет. Давайте сейчас примем меры защиты. Я вам настоятельно рекомендую обработать участок, провести обработку антиклещевую. Для этого есть препараты. Вот у меня препарат Меделис. Я с ним работаю уже более 3 лет. И те, кто обработал свой участок вот этим препаратом, проблем с укусами, там, даже на животных не было в течение всего сезона. Вы вот этим препаратом, я еще раз назову, Меделис, обрабатываете участок, когда сходит снег уже, и плюсовая температура достигает 4 градусов, ну, достаточно устойчиво, то есть и дневная, и ночная. Вот этой бутылочки 50 мл вам достаточно на участок 6 соток. Обработайте все кустарники, деревья, сухую траву, если у вас есть. Все, что у вас растет до 1,5 метра. Это очень важно. Я советую обработать вот хорошим опрыскивателем. Вот у меня такой опрыскиватель. Он очень удобный, создает хорошее облако. Прохожу буквально за минут 40 весь участок. Я знаю, что вот такие меры безопасности позволят мне, моим близким, всем тем, кто отдыхает на моем вот участке, чувствовать себя спокойно. Нынешняя зима была достаточно теплой. Действительно, были хорошие условия для перезимовки вредителей. И снежный покров был, и температура не спускалась ниже, ну, как обычно даже у нас бывает, 38-40 градусов. И поэтому есть все основания предполагать, что и весна, и лето могут быть достаточно проблематичными вот с такими вредителями. И сейчас вот я хочу остановиться на вредителях садовых. Вы все знаете, что ранневесенняя обработка сада очень важна. Вспомните лето прошлого года. Ведь сколько инсектицидов нам пришлось вылить на наш сад, на нашу землю. А ведь это не безвредно. Так вот, уважаемые садоводы, ранневесенняя обработка уничтожит половину зимующих вредителей. Это и сосущие, и грызущие вредители. Я хочу вас познакомить сегодня, ну, я бы не сказала, что совсем с новинкой. В прошлом году вот этим препаратом я работала с этим препаратом профилактин. Это замечательный препарат. У него 2 действующих вещества. Он истребит и грызущих, и сосущих вредителей. Сейчас вы также можете, как только увидели, снег на вашем участке сошел, почка еще в это время не тронулась, что называется голый конус, вы можете взять вот этот препарат, развести его строго по инструкции, взять тот же самый опрыскиватель и обработать уже весь участок. Все деревья, все насаждения у вас на участке – это и малина, и крыжовник, и смородина, и вишня. То есть все на вашем участке должно быть обработано. И тогда
Вот эти зимующие вредители, они просто погибнут. Вы летом уже не будете испытывать таких трудностей. И препараты вы уже тогда можете использовать не химические, а биологические, что значительно экологичнее для нас с вами и для нашей земли. Уважаемые садоводы, если вы вот сейчас, в марте, сделаете эти обязательные мероприятия, то летом вы сэкономите и свои средства, и свое время, и тогда ваше лето будет урожайным, а отдых удачным. Говорят, здоров буду и денег добуду. Дачниками это истина проверена на практике. Магазин «Удачный сад» в микрорайоне «Союз» приготовил новинки селекции для владельцев собственных соток. Органическое земледелие, биологические, качественные и безопасные препараты, эргономичные инструменты помогают нам трудиться меньше, а выращивать больше. И самое главное, исключительно здоровые, полезные овощи. Для своих любимых садоводов и огородников «Удачный сад» тщательно подбирал роскошную коллекцию декоративных кустарников и цветов со всего мира. Живите красиво! Удачный сад – это все для вашей загородной жизни. Как известно, здоровье купить нельзя, а сохранить и приумножить можно, выращивая свое. И не болейте, желает вам магазин «Удачный сад». Весь ассортимент товаров в сети удачных магазинов вы сможете приобрести по адресам: Удачный на Гоголя, улица Терешкова, 21, Удачный Трактовая, улица Трактовая, 5А, Удачный сад на Депутатской, улица Депутатская, 47, Удачный сад на Плотине, улица Безбокова, 8, Удачный сад в Союзе, улица Юрия Тена, 23, Удачный сад Новоленина, улица Роза Люксембург, 182/2. Телефон оптовых продаж 500-798. Работает интернет-магазин www.udachmag.ru. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, оказывается, памятник дачникам уже есть. Существует он в городе Бердянске и выглядит примерно так. Как ни фантазирую, но дача – место совершенно волшебное. И под каким бы знаком мы с вами не родились, здесь, похоже, все живем под созвездием Рака. И соседей видим не всегда в лицо. Будьте счастливы, до свидания.